более 73% туристов всего Дальнего Востока. И этот поток продолжает расти. В этой связи с 1 февраля во Владивостоке создается специализированный взвод. Подразделение туристической полиции создано в составе МВД. А визуально отличие сотрудников нового взвода подальше на уровне повязки с надписью «Туристическая полиция» на русском и английском языках. Туристы смогут обратиться к такому полицейскому с любой просьбой, например, узнать, как пройти в картинную галерею или театр, и где в городе самое эффектное место для фотографий. Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом РИА Новости заявил глава палаты Алексей Кудрин. Он добавил, что только за 2019 год было выявлено таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. В то же время общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по словам Кудрина, исчисляется сотнями миллиардов рублей. Чиновник указал, что счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. Предполагается, что орган будет увеличивать долю так называемого стратегического аудита, что в итоге позволит построить новую модель управления счетной палатой. Количество банкротств граждан России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных федерального ресурса, с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019 год несостоятельными признаны 69 тысяч россиян. Большинство дел инициировали сами граждане, лишь малую долю – конкурсные кредиторы и налоговая служба. В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем, отметили в ресурсе. Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 миллиардов рублей из требуемых 225,5 миллиардов. Основная причина – отсутствие у должника имущества, которое могло бы пойти.